Васька спит на переднем сиденье. Нас выгнали из отеля. Спим в машине. Хорошо, надувной матрас есть, а так бы дети бы спали на сиденьях. Вот. Едьте, отдыхайте в Крым. Ребята, это полный шлак. Вы просто не представляете, какое здесь отношение. Это там даже к врагам, если он гость, не такое отношение. И поверьте, Крым далеко не наш. Я приехал, отдал сюда нормальные деньги. Как на Мальдивы. Как на Мальдивы. Но не именно за отель, а вот именно за поездку сюда. Я отдал, взял с собой денег, то есть отдал за отель и взял денег. Это сопоставимо с ценой на Мальдивы. Ну, как они там, троечка, отель. Но все равно Мальдивы с перелетом мы примерно смотрели. Вот. И нас выселяют среди ночи. За то, что я, блядь, прошла в столу. С двумя детьми. За то, что моя супруга пообедала в столовой, в купальнике и сверху в накидке. Не в одном купальнике, а в купальнике с накидкой. Я прошу вас как можно больше прорепостить это видео. Пожалуйста, помогите нам. Дайте этому видео огласки. Время сегодня... Сейчас я скажу время. Да вот на видео покажет 23. На видео... 23, 51, 52, 7 июля. Вот. Мы находимся у отеля «Морской» в машине, потому что нас сегодня силой оттуда выгнали. Силой и с побоями. Силой и с побоями, да. Вот. Ну, как-то так. Крым наш. Едьте, отдыхайте. Едьте, отдыхайте. Крым наш. Расслабляйтесь. Да. Желаем, чтобы у всех было не так, как у нас. Да. Мы вам это желаем. Потому что то, что мы сегодня, как с нами сегодня поступили, это как с собаками. Это я еще даже мягко говорю. Просто как с собаками. Ладно, со мной я там. Но вот с ними. И с Васенькой. И с Васенькой. Ну, так нельзя. С детьми так нельзя. Причем мы им говорили, ребят, у нас нет денег, у нас ограниченный бюджет, у нас просто, мы все, у нас осталась одна дорога. Вот. Там подайте нас в суд, там, если мы что-то неправильно сделали, там компенсацию, еще что-то. Но если мы не правы, но в одностороннем порядке прийти вот так и выгнать, сломать руки, это трэш. Это точно не 21 век, это каменный век. Ну, всего хорошего. Ну, надеемся на вашу поддержку. Всего доброго.